Всем привет, ребятки, с вами, как обычно, Дмитрий, мы продолжаем играть в Assassin's Creed за Маньчжурию, Золотая Синьора. Вот, вебочку поправил, все как положено теперь у нас, как у нормальных людей, да? Так, мы тут остановились на том, что колбасили монголов, теперь будем колбасить узбеков, потому что у них друзей нету. Также надо что-то сообразить с нагайцами как можно скорее. Это будет полезно, как минимум. Так. Как у нас, кстати, по соперникам? У нас же Корея умерла, да? Мы можем в соперники себе... О, Московию можно в соперники. Вот оно. Здорово как. Московия — это соперник. Дядька Султан нас обожает. С Московией как-нибудь мы совладаем в ближайшем будущем. Так, три дивизии можно нанять. Как там? А, могулицы они там восстанут. Сколько их будет? 8. Да, 8к. Это нормально еще. Корейские сипары еще восстанут. Возможно. А возможно, они бы станут. Посмотрим. Тут вообще ноль показателей беспорядков, так что крепости я тут законсервирую. Намбу какой-то на Сахалин. Ай, смотри-ки. Кретины тут ходят. Сейчас нам поужина от монгольских вынести. Это все территория... А ну стой! Ты куда? Дырганов. Ну окей, давай иди. Ща мы. Ух ты, у нас генерал из рода Айсингёра. Вот это клёво. Монгольские сепаратисты пришли, но мы им, в принципе, наваляли достаточно быстро. Так, по деньгам как тут? Минус пятёра. Почему пятёра-то стержень? А, подкрепление Дукатик, сама армия 8. Манчжурские традиции еще скашут, так флот можно в ноль. Еще содержание крепости у нас обходится в пятеру. Корейских сипаров можно будет разогнать сейчас, дойти. Да, наверное, займемся сперва сипарами, потом уже всем остальным. После этого можно будет, в принципе, что? Распустить тут две крепости, они нам тут совсем не нужны. Так, Мин, держи на лапу свои сотни нефти. Так, здесь, я думаю, крепость можно убрать, если корейцев, конечно, не миллиард человек восстанет. А их восстанет много, 24к. Так, давай мы, кстати, еще 3 артиллерии тут закупим. 106 дней. Так, идею можно вкачать. Тип репутация. Вот это нужно. Я вещь. И военный счет провинции еще вкачаем. Так, подлые люди из державы Амаго что-то там сделали нехорошее. Тут, кстати, вообще нулевые беспорядочки теперь. Вот так, подожди, корейцы. Да они особо-то и не хотят. Вот в Чингджу. Где это? Знать бы мне еще где Чингджу. Ну тут где-то рядышком. Встать могут. Эту крепость я сниму с этого самого. Первая артиллерия пошла у нас. Так, ну вот с денежками беда. С денежками стопроцентная беда. Так, и дипломата из Москвы нафиг, потому что нам уже не понадобится. Нагайцы меня ненавидят. Поздравляю их с этим. Дядька Султан с Московией, мне кажется, рано или поздно перестанет в хороших отношениях находиться. Кто у нас еще соперники? Узбеки? А, узбекам мы напададим, изи.
И потом тимуридов засунем в соперники, чтобы дядьке Султану был смысл с нами дружить. Задание. Есть какое-нибудь интересное? Ну, пока ничего особенного. Так, а что такое? Фигня. Надо бы стабильность, наверное, повысить, чтобы доход у нас шел побольше. Ну, 159 очков админки, это, конечно, как-то дофига. В курсе. Ну, давай, наверное, поднимем все-таки стабильность в максимум. Вкачаю ее. Вот. Корейцы все равно захотят бастануть. Эти уроды тоже захотят бастануть. По доходу... Нет, все равно там по доходу дичь получается. Можем вкачать идею на лимит армии. Это хорошо. Это здорово. Но надо бы и военочку вкачать так-то. Тут эти магулийские сепаратисты меня напрягают. Надо бы, наверное, отсюда выйти, чтобы они бы станули побыстрее. В Корее я очень сомневаюсь, что кто-то уже будет восставать. Прям так жестко. Как там еще? Вот, ой, у меня еще тут до хрена крепостей. Автономию шмяк. В Кирулене. Так, эту крепость можно раздербанить, она не нужна. Потому что кучу денег на крепости спускаем. Крепостей по минимуму тут надо. Так, и здесь, наверное, в принципе, можно распустить одно вообще. Так, вот тут вот две пусть будут. Так, ножу. Наху. Ну-ка, экономика как тут? 2,46 минус. Инфляцию можно понизить еще. На двушечку. Это сильно не, как видишь, не это, не сделало погоды нам. Стяжение крепостей в 2,54 обходится в целом, да. Эту крепостей можно в консервацию пока ставить, пока монголы не бастанули. Так, ну-ка, ждем-с. Если монгулийцы бастанут, мы их размотаем и на узбеков нападем. Мин просит. Если до 60 упадет, они не бастанут, мы нападем на узбеков. Москве на БЮЛ претензию скрипала. Допустим. Один из монженералей у нас умер. Так. Идея. Ну, идея на лимит армии хотелось бы вкачать на самом деле. Она бы нам сейчас пригодилась. Ха, династия Минг. Господи, переводчик, ты куда смотрел, когда переводил? Мнение Мина о нас потихонечку скатывается. Это нехорошо. Хотя тут агрессивка только осталась, минус 88. Ясно, все отрицать. У нас престиж есть. Надо бы ивент какой-нибудь хороший с мином связанный. Потому что его я бы не хотел сейчас злить. На самом деле. Так, ладно, денежки у нас в минус пошли. Сколько людей у узбеков? 11к. Все, монженераль, пожалуйста, иди сюда, мы объявляем войну вам. Мне вообще без разницы, что у них брать, но я возьму у них Чингитуру. Чингитура. 50-ку очков можно потратить на... Так, унизить. А, можно потратить на отгон этих мугулийцев чертовых. Не на долочка буквально. Так, и надо в столицу эту Чингитуру пойти.
Вести военный налог еще можно. О. Тин-ти-ди-дин. Кирудлендогданов. Бла-бла-бла. Все у нас национальное достояние. Здесь я пока все снимаю содержание, чтобы деньги у нас шли более-менее нормально. По-человечески, да? О, минские торговцы. Мне не мина, пожалуйста. Нет! Так, ну давай держаться подальше от бандитов пока будем. Ой, узбеки, вы дураки. Ай, фиг, они захватывают провинции, в принципе, ни о чемные. Так что нормас. Они еще и по технологиям отстают. Сойдет. Еще на казахов тут нарвутся. Будет забавно. Захватывайте, братюня. На здоровье. Так. Здесь, кстати, ведь тоже в ноль можно пойти. Давай, нам капельку осталось. Бастовочка казахов близка. Ну вот, отлично, они тут к узбекам сгоняют, повоюют с ними. Возможно. Мы у них столицу за это время успеем забрать. Наша слава. Престиж вернулся. Так, обуздать вождей или же сепаратисты. Клан получит лояльность. Ехе, это где вообще? Ехе, это тут где-то будет. Держать вождей. Ехе, Аучука и Ехе. Аучука тоже вот тут, да? Давай здесь тогда быстренько вот так. Так, можно, наверное, даже без командующего это все провернуть. Так, Хайси тут набастовал мне немножко. Ой, сепаратизм увеличился где-то. Они в столицу ушли, вот, блин. Пипец. Чего? Что происходит? Уровень автономии. Что? Да пошли вы. Пень. Мы выиграли осаду. Все, узбеки огребают. Тихонечко. Сейчас надо им нападать. Целебного леща. Держи, бро. Стопы. Города привлекают крепостных. Базовый налог в Гирине. Давай. Хорошо. Дружок, пирожок, ты куда? Попой чистить провода и ломать антенны. Да? Ну, походу. Они на очки с меня мин будет стряхивать. Огребшие узбеки туда пойдут, да? Будем тут гулять потихонечку мы с вами. Так, боевка, налог. Один ковойск. Скрипали узбеки. Мы можем заказать еще войск себе, но это надо идею вкачивать, не лимит армии. А мы сперва хотим технологию прокачать до 9 уровня. Из-за угрозы Московии.
Так, идет куда? В нижний. Это, да? Окей. Окей, бро. Так. Мега умер. Он нам и не сгодился-то, в принципе. Так. Вот это сейчас все натяпаем. Все, узбеков мы в ноль. Сделали. Так что можно идти тут потихонечку забирать территории назад. Узбекские крестьяне хотят восстать. Ну-ка, узбекские веселые ребята. Сейчас я военный счет от провинции еще вкачаю. Вот это вот самая полезная вещь из этих идей. Так. Ну-ка. Так, все, в перемирие идем. Че? Я ничего тут не забыл уже. Да? Смотрим. Смотрим, что, как, сколько. Угу. Ну, вот эти вот низины я могу не забирать, в принципе. Я должен забрать все, что Московия может захватить. А именно вот это мне надо точно забрать. Коалиция. Ай-яй-яй, узбеки в коалицию пойдут. Ну, как-то так, сходим, заберем. Будет озеро узбеков. С вами. А, так, деньги они не хотят пока принимать. Ну, ладно. Знаешь, это меня как-то не остановит. Ну, что, ребятки. О, все, договорились. 83 ширине. Денежку стрясем. Ура! Узбекское озеро. Так. Кланы? С чего это кланом бастовать тут? Расскажите-ка. По-моему, все очень даже круто получилось. Планы бычиться хотят. Еще очков наварим. Целую кучу. Вообще прелесть. Так. Так, что еще мы можем поиметь тут с них? Все, все национализировали, вроде бы. Технологии военные, сколько еще качать-то? Ой, капельку осталось буквально. Вот, и денежку вернули себе. Вообще прелесть. Какая прелесть. Да? Так, и тут люди у нас истощаются, надо их вернуть на место. Можно убрать пока. Бастовочки казахские, могулийские, вот эти вот всякие корейские могут появиться. Тут юга. Ладно, отойти пока. Все, людей сюда. Газикумухи. Тут Золотая Орда восстала. В Москве к нам доверие просто копеечное. Дядька Султан зато нас очень любит. В благодарности прям. Возможно, дядьку Султана можно будет... О боже. Хрена тут казахов. Они к узбекам в гости еще могут сгонять. Тоже как вариант. 22к это как-то много. Сейчас надо... Надо посмотреть. Подожди.
по количеству. Остается 2 ковойск, тут 19. Корейские бы станут, просто могут еще сепаратисты. Сколько там стабилити? Корейских 8. А, корейских 8. Ну, давай тогда. Сейчас. Артиллерию всю перетащу. Вот этот отряд в 10к я отправлю на помощь разогнать сепаров. Вы, ребята, перегруппируйтесь вот здесь. Они тяпнут провинцию, это понятно. Сепаратизм увеличится. Сейчас мы еще военочку вкачаем, и будем круче, чем эти бунтарки. Да не. Да. Во, военочка, профессиональные офицеры. И доступный новый вид войск у нас, да? Степные налетчики. Что там по заданиям? Появилось что-то? Да ничего интересного. Беги! Спасайся! Так, вы когда пойдете? Мы, походу, сейчас гребем все тут. Да, не успеет подмога подойти, поэтому нам придется сейчас огрести разочек от казаков этих. Но мы не в ноль хотя бы получили. Так, бро, иди сюда. Так бы нас в ноль бы вообще разнесли, был бы пипец. Так еще нормально, их около 15к осталось. Много они нас не захватят, они еще и к узбекам в гости забегут, возможно. Мин, держи подарочек. Корейские сепары сейчас восстанут. Эти уроды в Иртыш пошли. Так, все, чувак там пошел. Кам хочет военный союз. Сейчас я посмотрю, что ты можешь мне предложить сперва, дорогой мой Кам. Беспокойный. Да нигде ржавый мин. Тебя, в принципе, вассалом в будущем можно сделать. Кам — это будущий Тибет. Вот эту вот Пау захватит, когда будет Тибетом. Яркент. Магулистан. Ну, он помощи хочет, наверное, чтобы Магулистан ему не втащил. А, Магулистан ему вроде и так не втащит. Не знаю, мне нет смысла дружить с Камом абсолютно. Так что, извини, чувак. Нет. Мне надо кого-то из европейцев попробовать на дружбу. Подтащить. Вон я, враг врага. У шляхты. Я слабо верю, что мы с ними сможем. Ну да, из-за дядьки Султана. Но дядька Султан, он ясен пень получше будет, чем после твой сейчас, потому что они что-то огребают от тевтонов. Я что-то боюсь, что они какие-то вообще днищенские тут ребята, поэтому вот так, по расходной снасти. Кланы сейчас восстанут еще. А что с кланами-то? Лояльность вроде нормальное, влияние более-менее. Контроль провинции, свободные кланы, да? 15 октября, да? А, это там ивент какой-то был. Так, а потеря влияния, ну-ка. Нет у них потери влияния никакой. Так что нам придется сейчас думать. Так, улучшить. Конечно же, мы на налог пойдем на базу. Налог качаем. Корейские сепары, ну-ка, у вас там не 50 миллионов человек уже набастовало. Да нет, нормально. Чэнгджу. Единственная провинция, что ли, где они восстанут? Да, Чэнгджу. Где это?
Надо найти эту повинцу. Все-таки. О, вот она. Вот и все. Генералы не будут телепортировать туда пока. О, династия Мин пошла. Братюня, неужто ты пойдешь сейчас мне помогать? Блин, Москва не может быть соперником Маньчжурии. С чего это? Это с чего? Давай, ладно, тимуридов кинем. Ох ты, там Амаго независимость получил. Да? Да. Знаешь, что это значит? Это значит, что мы можем епохам жопу разорвать. Сейчас они только выиграют эту войну свою за независимость. И нам надо будет еще эти всякие начать производить. Династия Мин, да, реально идет на помощь нам. Так, в Польше пошла реформация. Через 121 месяц закончится эпоха открытия. Мы с вами, короче, еще не наделали кучу интересных вещей, которых надо бы наделать. Надо напасть на этих сраных нагайцев, чтобы попасть в Астрахань. А для этого надо как-то с тимуридами еще совладать. Так, династия Мин, я очень в тебя... Нет, она домой ушла. Ладно. Ну, пойдем накостыляем тогда этим ублюдкам, которые взбунтоваться против меня тут решили. Во имя Айсингюра. Держи. Леща целебного, так. Ох ты, военная реформа. Можно реформировать и то, и другое. Но я пойду именно в сухопутные силы. Получу 200 военочки еще. Так, давай, иди сюда, ты иди сюда. Мы получили хорошие такие бонусы. Сейчас донационализируемся. И можно, в принципе, идти на войну с тимуридами. Сейчас вкачаем идею как раз еще. Ой, я, кстати, обе идеи могу вкачать. Слава Дипке, во-первых. Во-вторых, лимит армии добавился. Заданий нормальных нам не дают никак, не хотят. Ой, минус 4 денежки, это пипец какой. Какой-то пипец. Тимуриды, о, тимуриды воюют с кем-то. Вот мы на нагайцев и нападем, пока тимуриды там воюют. Сколько там? Они заняли 317 дукат, и им, в принципе, норм от этого. Это несколько странно. Так, ну окей. Значит, давайте нашу несметную сюда отправляем, к нагайцам. В первую очередь, потому что дружить надо с нагайцами. Тут... Корейские сепары все. Просто ушли в ноль. Крепость тут можно тогда распускать. Никто здесь бастовать не хотел, не планирует. Нам тут, в принципе, она и не нужна была. Вот эти вот пограничные, где мин, надо оставить. Так, и еще одна проблема, это флот. Его в ноль надо поставить. И два дуката уходят в подкрепление. Понятно, мы еще не возродили, так скажем, войска наши. Лимит армии что-то как-то не очень особо подрос. Не особо подрос вообще, если быть точно. Так, тын-ты-ды-дын пошел потихоньку. Блин, кланы маньчжурские, вот то, что восстать хотят, это плохо. Я не знаю, где они восстанут. В принципе, насчет увеличения автономии я могу принять их требования. Уровень автономии увеличится. Хетуале. Эти ублюдки влияние получат, ясно. Нет. Тогда, конечно же, никак с ними не договориться мирным путем. Тимуриды, сколько у вас людей? Тимуридов до хрена людей, по идее, должно. 20к. И рекруты заканчиваются. Ну, окей, давай, наваляем тимуридам. Этим всяким. Подожди, а союзники у них остались? Гулистан. Допустим. Допустим, мы нападаем на тимуридов. Гулистан вступится. Дядька Султан вступится, если захочет.
Но могу листан шлепать пока рановато. Там тоже дофига войск подойдет. Это неудобно для нас сейчас, к сожалению. Вот на нагайцев тиммейдов щелкать не будем, но благодаря возможности военного счета от провинции мы неплохо так сможем поиметь и с них профиту. Тут захватить вот паучку одну, например, или две. Каракум, что-нибудь такое. Надо взять Самарканд у тиммейдов, он хороший торговый центр. Так. Миссия наша принца Нагай. Все, туда. Так. По палашке. И сюда. Все, втащили нагайцам. Доступное национальное решение. Всю фигня пока тут. Тимуриды вступились. И вассалы их доблестные тоже вступились. Ясно. Риски сепаратисты тут еще сейчас будут бычить. Вообще нам, по идее, если все будет совсем плохо, то... Ой, Айсингюра капыта откинул. Нам надо новый командующий. Ой, какой клевый дядя. Я прям обрадовался. Какой клевый у нас мужик тут командует. Вот эти кланы гребаные, сколько их откинуть-то будет стоить? Сейчас, потому что... А мы жестоким обращением их не сможем. Потому что у нас очков не хватает. И не хватит, скорее всего. Блин, ну на влияние подсаживаться явно не хочется. Тимуриды пришли к нам в гости уже. Ну не сами тимуриды, а вассалы их. Ну и сами тимуриды скоро в гости придут. Тен-ты-ды-дын. Все, готов. Клиент. Военный налог надо будет тоже ввести. Это немножко потом. Все, можно идти на крепости. По идее. Ух ты, тут можно пройти через Галистан. Ну, хорошо, тогда. Бесполезное развитие флота. Дядька Султан кого-то тяпнул, вот молодец. Так, игнорить за дипачки или же престиж. Ну, давай дипачки потратим пока. Что-то 9к у нас тут со скоростью черепахи передвигается. Щегендык тын-ты-дэ-дын. Чёртовы кланы, конечно, не хотелось бы с ними сейчас ссориться на этом этапе действий боевых. Так, нам все-таки в Бухару надо и в Самарканд, чтобы быстро выключить из войны тимуридов. У них там тоже, кстати, какие-то тёрочки пошли. От нагайцев, кстати, чтобы с тимуридами договориться, надо... Сколько нам еще всего? Да все, они скоро сами сдадутся. Нам... Вот я Самарканд хочу взять, мне больше ничего от них не надо. Если мы сможем захватить... Ой, блин. Ой, блин, сдох еще этот чувак. У нас тут людей в ноль вообще вынесли. Дядька Султан на один брак, я согласен. И тут тогда надо быстро побеждать по фасту. Потому что эти кланы гребаные сейчас еще восстанут. Династия Мин. Естественно, с тобой мы тоже кое-что заключим. Так, стой! О, вот это вообще отличный ивент. Мне нам надо дружить. Так, админ, кастом, стабильность. Окей. Чувак со слабыми претензиями.
Это, конечно, не... Это, наверное, сплоченность упадет. Как у нас там? У нас вроде должен быть наследник какой-то. Не, нету. Этот чувак, он плод... Ой, ему 43 года уже. Нет, а так как мы за Исингюра играем, придется согласиться. Добрый вечер, мой лорд. Этому 0 лет. Придется воевать, если будут какие-то бяки. Так это в 0 можно сделать, пока тут кланы точно не восстанут. Об этом можно даже не мечтать. Никому. Эти бухару осаждают. Ой, вообще здорово, великарни. Сейчас нам... Блин, сраные кланы. Канонир у нас тут. Только сюда, ублюдки, не идите. Нам чуточку надо тяпнуть. Самарканд этот гребаный. Все. Тимуриды. Самарканд очень дорогой, потому что требования превышают счет. Самарканд, получается, нам не взять. Можно втащить кланом вражеским. Можно втащить вражеским кланом, попробовать. Или можно взять другие провинции, пока на Самарканд не замахиваться. Вот эти вот три, например, или четыре. Ну, три провинции, да? Ну-ка по деньгам сейчас посмотрю. Нет, деньги не будет. Давай вот так. Так, ну... Все, Нагайцы, по идее, лидер войны. То есть с тимуридами мы закончим на вот этом вот. Вот эти три провы возьмем. И хватит с вас пока. Мамлюки вошли в золотой век. Как это тупо звучит. Так, рекорды у нас, по крайней мере, в ноль не идут. Это хорошие новости. Сюда теперь и с нагайцами мириться. Вот это я все себе заберу, нагайцев. Денежку, сотню нефти, да? Каст претензии. Узбекам не понравится, да? Хрен с ними, с узбеками с этими. Жди. Автономию вверх. Рын. Сейчас тоже. Вот так. Это мы выносим. Национализируем. Это тоже выносим. Тоже национализируем. Они бы станут 100% на этой территории. И на этой, кстати, тоже. И на этой, кстати, тоже. Так, ну это все вроде. Все, остались кланы. У нас стабилити немножко упал, его можно вернуть. Это дорого очень сейчас будет. Трека нагайских сепаратистов где-то гуляет. Знать бы еще где они гуляют. Вот. Остался Газикумух. Независимость гарантируется Московией. Вот это вообще интересно будет посмотреть. Потому что я дядьку Султана могу позвать. Тимуриды объявили меня соперником. Так, ну смотри. Значит, Газикумух. Если я на тебя нападаю, сейчас вернется дипломат у меня. Так, ну, хорошие новости в том, что кланы раздельно выступают, то есть... И никаких, в принципе, эффектов не выходит негативных, так что сейчас мы... Жопу надерем. Ни хрена себе, эти Киото вынесли. Хасакава. Андо. Так, Асикага, ты чё? Ты остался в живых, да? Последний герой.
На Сикагу мы не сможем вынести никак. А вот эту вот херню можно попробовать. Амаго. У Эсуги, я так полагаю, он тоже независимый, да? Нет, это даймё. Ну окей, в общем, японские тёрки скоро начнутся, надо будет и там нам разбираться начать. Меня вот Тамага как раз объявил соперником. Ну-ка, давай вместе им дерём задницу. Фига себе, наши эти творят. Это маньчжурские кланы. Как они, зачем они пошли к Московии? Кризис в Маньчжурии. Область Восточная Корея. Так, семейные узы. Индийский султан. Вот это хорошо. Как НЛО тут воюет. Сейчас. Шаман наведут порядок. Область Восточная Корея. На 10 лет. Ладно. Все равно сейчас беки всякие пойдут. Так. Вот смотрим. Допустим, нападаю я на Газикумух. И если я жму вот так, дядька Султан заступится. Мне нужна только гребаная Астрахань, в принципе. Вот. Вот оно что. То есть дядька Султан, он сможет навалять Московии. Московию мы щелкнем, естественно. То есть можно будет так сделать, но дядьке Султану сейчас надо будет сперва свою войну закончить. Вот такие дела. А еще мы можем просто подождать благосклонности. Дядька Султан сам нападет на этих уродов всех. Так что вот такие пирожки, ребятки, котятки. Ладно, давайте, наверное, закончим на этом. Тут интересная ситуация сложилась. Вот. С вами был Дмитров. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте плюсы. Всего доброго. Увидимся в продолжении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.